Лето – пора беззаботного отдыха детей. Задача взрослых – сделать его максимально безопасным. Профилактическую акцию провели 1 июня госавтоинспекторы. Совместно с юидовцами напомнили юным жителям города о соблюдении правил дорожного движения. Конфета, светофор или дорожный знак, а еще отражатели, чтобы защитить себя на дороге в темное время суток. Ребята рады получить такой подарок из рук сотрудников госавтоинспекции. Только прежде надо ответить на вопрос. Можно переходить дорогу. На зеленый свет. На зеленый, совершенно верно. Поздравляем тебя с праздником Международный день защиты детей. И вот на эту сумочку давай наклеим тебе любой стикер, какой ты хочешь. Вот этот, хорошо. Давай на сумочку наклеим, чтобы тебя было видно. Хорошо. Госавтоинспекторы говорят, дети знают, как переходить дорогу, а также где безопасно можно кататься на велосипедах, самокатах и роликах. А те, кто не знал или, может быть, забыл, юные инспектора движения, которые с удовольствием принимали участие в акции, напоминали им об этом. Можно ли кататься на велосипеде или на самокате на дороге? Нет. Я только с краешку, да. Ближе к тротуару. Только если 14. В 14 лет по проезжей части разрешается кататься, соблюдая правила безопасности и правила дорожного движения. ГАИ за безопасные летние каникулы. По статистике, именно летом увеличивается число детей на дорогах. Нередко переходят улицы в неустановленном месте и неожиданно выбегают из-за стоящего транспорта. За 5 месяцев 2023 года на территории Бендерского гарнизона УВД произошло 7 учетных дорожно-транспортных происшествий, в которых 7 человек получили повреждения различной степени тяжести. Из них один несовершеннолетний ребенок. Госавтоинспекция обращается к родителям. В период летних каникул больше беседуйте с детьми о правилах поведения вблизи проезжей части дороги, особенно если они катаются на велосипедах, самокатах, роликах или скейтах. Водителей призывают быть внимательными при проезде перекрестков, пешеходных переходов и не отвлекаться от управления транспортными средствами.